Последний обед, перекус. Остались помидорчики, помидорный салат получился, подсолнечное масло, хлеб, колбаса, горный пейзаж. Ветер дует, я вот за елочкой скрылся. Вроде как не сильно продувает, но все равно надувает, конечно. Пейзаж отличный, солнышко светит, жарит, а ветер холоднючий уже, почти зимний. Расскажу про поход. Поднимался с перевала, вот прямо я сейчас показываю, там сейчас так и перевал. Было тишь, ветра не было вообще, лес такой, тишина была идеальная. Пришел, о, медведь, гора оттуда, видать. Может, кто увидит издалека. Стучай такой. Пришел я на гору, на горе жара. К вечеру так чуть похолоднело, ветер, конечно, прохладный. Прохладный ветер надул. С утра я проснулся с фабрикой, сопливой фабрикой образовавшейся. Короче, ветер такой вроде не сильно, но заморозки там, тут на горе хорошие. То есть где-то градусов 15-17 днем. Если на солнце целых 20 чем-то там может быть, прижаривать, можно загорать. Но ночью где-то около 0 лед образовался там и на палатке. Короче, курточка у меня низкоуровневая, лыжная. Спортивная какая-то и продула сопливая. Завод сопливый образовался. И температурка так потихонечку появилась где-то местами. Ну все, пошел я вниз, спустился. Вот это вот на ночь уже коврик у меня там половинка была. Обкладывал себя ковриком, покупался. Вроде все прошло. На утро сопли все равно появились. Погода там внизу хорошая, на Демирджи-Хабхале отлично, вообще там идеально. То есть ветер дул снизу, получается, что теплый. И ночевать было хорошо. Потом один день дождик там покапал, нормально все, купание интенсивное, терапия. Погода идеальная почти, вот дождик, ну как вечером один раз пролетел. Ну все, последний день только с гор холодный. Ветер подул, а так все идеально, хорошо. Назад иду сейчас, ветер такой поднялся, прохладнистый. Солнце светит тепло, а ветер холоднючий, колючий. И последний обед салатный, остатки. Был супешник у меня, гороховая кашка там сначала чуть-чуть, а потом супешник гороховый, вообще идеально. Я его еще оставил мышкам даже, остатки. Компотик, вот там несу домой. Яблочно-горный, кизиловый чуть-чуть нашелся. А это северный Демирджи. За елочкой.